А, больно, больно. Не больно, я шучу. Чё за ругань пишет? Ножки, привет, привет, здрасте, здрасте. Где Сережа? Вот Сережа. Вот он, вот он, вот он, Ах вот ты он. какая! Больно же, ты же видишь больше. Приветик, красивая пара. Бля, ты транс что? Да пошли. Отсюда. Заблокируй, Тварь, тварь. Заблокируй, сгорь срань. в аду, сука. Чтоб ты, черт тебя, дрючили в аду. А, да Шоль пишет, что за негатив? Это, блядь, Мисяня говорит. Масяня, Масяня! Еще какая-то... Еще давай, иди, напиши еще что-нибудь, я заблокирую. Заблокирую тебя, сволочь. Сейчас я добавлю. Сергей Викторович, покажи бицуху. Че, ты меня снимаешь? Бицуху снимаю. Ну, ничего себе, красавчик. Банка. Вот это банка. Вот сиськи. Ой-ой-ой. Вот они. Так, привет, спортивная семья. Мне пишет голос шикарный. Представляешь, все срочно показать мне в студию. Кто? Шикарно? Шикарный голос. Банк трехлитровый. О боже, сколько... Ой, палево. Че это было? Так. Ну чё, у Миронова грудные супер. Ну что, покажем вам свои грудные? Что ты там показываешь? Покажи, Сергей Викторович, подержи. Ничего не показываю. Он грудные свои хочет показать. Подожди, сейчас я... Подожди, хочу по... По-билдерски. Ну, кто сказал, что у Миронова грудные лучше? Кто? Все. Все, она показала, она показывала там. Ну, показывала шарика своих. Ничего там, народ идет. Идет народ? Народ идет. Народ идет. И сегодня опять буду петь тебе. Сегодня опять песня у нас. Да. Приветствуем, друзья! С вами ансамбль песни, пляски и тупых шуток. Дарья Юрьевна, Сергей Миронов в дуэте. ЖГ! Жиронов и Гавайская. Ставьте аплодисменты в студии. Аплодисменты. Больше. Так, говнобложек пишет. Где говнобложек? Говнобложек в монтаже. Что ты хочешь показать? Что? Что у тебя грудные голые? Не голые. Даша, просто глубокий вырез. На Самсон едешь? Да нет, конечно, не едет он никакой Самсон. Вот ей, а не Самсон. Вот, сам... вот тебе тогда суп, вот тебе борщ, вот тебе щи. Ну ты, понятно? Ладно, обойдусь без борща. Как там? Не считается. Борщ твой не считается. Это борщ твой не считается. Ставьте больше розовых сердечек нам. Ставьте голубых. Че там еще у нас? Так, щелчок. Так, так, кто это? Кто это? Оп, я тебя сейчас блокирую. Сейчас, сука. Еще одно слово про Трухину плохое. Ютуб. Трухину не трогай. Понятно. Даша, ты, кстати... Сереж, что это такая Даша классная? Сергей Викторович, я умею, это у тебя хозяюшка, у тебя скажи. Хозяюшка, она ты, значит, скажи, что ты меня выбрал по борщу. Я выбрал ее по борщу, только ты... Я борщила, борщила, ты меня выбрал. Только ты еще и борщ не сделала мне. Даша делала суп. Суп. Супец. Вот Краню сказала, что вкусный, ты сказал спасибо, Даша. Вкусный суп очень. Очень вкусный суп. Вкусный очень был суп. Как название супа? Какое название? Но это же был не борщ, так что борщ ты мне еще не готовила. У меня рука затекает. Так, друзья, ну что у нас? Ну, так, голос меняется, генцом у меня, не знаю, что тебе делать. Если что, вырезай. У меня проблем нет с этим. Че еще? Так, ну что у нас тут? Чаек. Короче, чаек на. Пока я вот для... Ну, давай. Чаек. Как бороться с Гина? Не знаю. Гина? Даша, на голос иди. Сережа сегодня вешался в машине, когда я села, пела. О, сегодня Даша так пела.
Даже такая певица у меня, такая певица. Такая певица, Даша. В общем-то, как и Сережа тоже, такой певец, такой певец. Даша. Это наш певец просто. Не ошнешись. Спой еще. Слушай, мне надо спеть, попросили. Ну давай спой. А что спеть? Ну что ты хочешь, что ты можешь? А снег идет. Я думаю, что если буду петь песни живых певцов, они просто меня закопают день, поэтому Гузарова мне не простит, если. Так, кровь из ушей уже у кого-то льет. Сереж, от твоих песен? Это все мои песни. А снег идет. И плывет. Снег. А погода-то, кстати, между прочим, снег, да, как Мурман? Снег. 18 градусов сегодня было. Так, 18, да. И никакого снега больше не будет, надеюсь, никогда. Читать-то будете, частушки. Так, что готовим, что едим, что делаем, Сережечка? Короче, собираемся пить кофе с молоком. Кофе у нас есть мороженка. Хотите, сделаем вам экскурс, что у нас в холодильнике? Холодильник качков. А? Интересно? Ну, пишите. Да, нет, нет. Показать или нет? Ну, показать, ну, напиши, покажи. Давай. Короче, никому не интересно, как я понял, да? Никому не интересно, да? У меня рука затекает. Рука затекает быстрее. У Даши, когда рука затекает, еще пара секунд, и все, телефон падает на этот, на пол. Показываем холодильник. Настоящих качков. Да, холодильник марки Ariston. Все? Все, показываем. Открываем. Так, что, обзор по холодильнику. Это Zero. Так, это... Джемы. Джема. Не джемы, вернее, это соусы. Соусы Zero. Без углеводов. Без углеводов. На вкус, конечно, не фантом. Это ты купил в последний раз? Что это я купил бальзамический соус. Бальзамический соус. Он у нас... Видите, сколько мы его съели? Очень много. Это морковка. Это морковка, ей уже... Пожухая. Как мне лет. Это яйца. Это масло. Яйца. Это помидорка с яичницей. Это лимончик. Да. Это йогурт, смотрите, все. Подожди, а это снег у нас, видите? Снег идет, а снег идет. И не хочет он уходить. Смотри, это 0, это сколько, 2 градуса? 2%. 2%. Так, творог у нас обезжиренный. Не, это 5%. А что такой жирный творог купил? 4, посчитай. А что купил такой жирный творог? Это чтобы жиры необходимы. Это у нас генотропин. Генотропин хронический. Это моя ПКТшная история. Ой, а есть мои где здесь? А где мои баночки всякие? Какие там баночки? У меня были для печени. Ну, вот, пожалуйста. Гиптрам. Вот мой гиптрам. Где гиптрам? Молоко. Яйца. И опять яйца. Петрушка, зелень. Петрушка, зелень. Гормон роста. Вот это надо выкидывать. Так. Так, это что такое? Это подарили мне. Один мальчик подарил. Че за хрень? Это типа витамины, короче, которыми он барыжит. Баланс ойл, это какое-то масло, что ли? Ну, не ладно, не важно. Ну, ладно. Это гиптрал опять. Гиптрал, это укол ставить, это молоко. Это вода, что ли? Это раствор для инъекции. Смотрите, сколько у нас. Гроссфит, гроув. Гроуфуд. Это гроуфуд, это еда. Слушайте, столько еды вообще, на самом деле. Она у нас вот, смотрите, стоит с понедельника. Некоторые вот мы не стали кушать. Еще не съели, да, потому что запеканка. Мы ждем, как это называется? Это фит, а мы ждем не фит. Мы ждем пожирнее с блинчиками. Ждем такой. Мамуля, это варенье твоя. Прости, но мы не поняли, если честно, но что это за варенье, не стали это есть, но остальное все съели. Так, ну и морозилка, короче. Давай морозилку. Давай, вот это мороженое. Вот мороженое. Вот это мороженое Сникерс, а это мороженое. Красивое купил. Пламя. Кто-то написал шлюха? А, нет. Черт, я уже хочу заблокировать. А это, смотри, а это... Ой, это наши овощи мороженое. Овощи. А это нам мамы наши передавали ягоды. Мама Сережа и моя мама. Мамы... Ягоды все в силе. Ждем вас.
клубник мы почти съели. Да, ждем новую порцию ягод. Да, мне кажется, у нас это тоже сварилось еще. Мамы, вот ваши ягоды. Заливай. А там что-нибудь? А там, наверное... О, там блинчики. Блинчики и тилапия. Блинчики и тилапия. Набор этих самых. Все. Съед нормально. Все, можно нас ей показать, пока не отписывались люди. Нас показать надо. А это мы. А это мы, кто это все жрет? Сало. Сало где? Сало тут. Вот сало. Хотя я показать сало. Вот где? Сало. Сало за сало. Ничего себе. Ой. Вот такие вот дела. Чего пишут? Не вижу ничего. Вот вы, гады, жрать захотел. Все кушать хочу без сковороговорку его. Борщ уже тут. Борщ тут. Так. Борщ тут же? Борщ. Да какой борщ? Борщ это неинтересно уже. Борщ это вчерашний день. Вчерашний век. Сегодня нам Grow Fit. Real Man, это, наверное, футбол. Так. Мясо где? Где мясо у нас? Мясо. Банка. Мясо вот. Вот мясо. Вот, у нас мясо. В Grow Food там этот вот. Самый. Дай в задние бедра покажи мы свое. Как ее показать? Ну вот так. Ну пониже наклони. Нет, вот так. Вот это жопу ты показываешь мне. А надо задние бедра. Ну, черт. Такая жирная стала, что задние бедра не видно. Сука, кошмар. Все, поднимай. За пару дней я набрала 5 килограмм. 5 килограмм ты набрала? Да. Сколько ты весишь? Сейчас 60. Хочешь посмотреть сейчас? Ну да. Походу кто-то очень много ест. 64 600, представляете? Блин, с 57 получается. Получается с 55. С 75, с 7, с 6, с 56. О, у нас еще соус с джемами. Хватает. Джема. Есть пармезан, если что есть. Это от пельменного ребенка, от моего. Противозачаточный. Это от дашного ребенка пельменного. Ну ладно, сейчас кофейка бомбанем. На молочко налили. А мороженка будет есть? Будем, короче, кофейка есть. Слушай, а давай еще сидим там что-нибудь из завтрака, Grow Fit. Еще Grow Fit-овских завтрак. Grow Fit. Grow Fit. Grow? Grow. Не Grow. Знаю, мы чертовы. Grow Food. Почему? Как? Хотел спросить, как говорится? Как говорится? А как они мне скажут? Они же, блин... Творог, да? Творог или это... Нет, это не вкусное, это запеканка. Это вкусное, все. Это вкусное? Ну, это может быть вкусное. Подожди, это запеканка или творожная штучка? Grow. Все пишут Grow Food. Grow Food. Ребят, кто-нибудь grow заказывает food. Еще Grow Food? Кто-нибудь тебя ест Grow Food? Что вам нравится больше всего? Посоветуйте. Ну, по менюшкам прям. Grow Food. Это творог. Кстати, тут скидку, говорят, можно типа от меня получать, если ну, что. Это я не знаю, что они будут есть. Ой, пакетики новые, потрогай. Чувствуешь? Более плотно. Да, или... качество поменяется. Нет, они просто всосали в него этот... Воду? Воздух. Нет, воздух. Я тебе потрогаю вот этот, хорошо. Ну, это действительно такой. Ты показываешь спортфит. Нет? Да. Нет, не с кафе был, ты проплатила. Ну, короче, это приятно. Это протеин у нас, вот он, у него цветы. Сережечками дарит цветы, цветочки. Щелчок. А что у нас, ничего? Не знаю, непонятно, Серёг. Надо первый, да, пятый или первый? Да. О, смотри, какая штука. Давай съеди вот это. О, это вкусно, наверное, да. Так, сейчас я пока одну кружку отнесу. Не убей меня только. Так, одна кружка. Ты еще нашла? Еще а одну нашла. Здорово, Краснодар. Здорово.
Омлет. А так прикольно, на самом деле, в этих коробках ковыряешься и смотришь, где что лежит. Где что вкусненького. Знаешь, как маленький, когда ты ковыряешься в каких-то этих баночках. Что там, что там? О, Катюх, здорово. Что за Катюха? Твоя. Твоя. Тут... Что это? Твоя Катюша. Ну, хватит одной, наверное, да? Да. Ну, на другую. Здорово, друзья, здорово. В Киеве, я что-то смотрел, там линдовера из Украины не пускают, там хоть закон у них опять вышел, чтобы не выпускать людей. Так что, наверное, в Украине дядя Сережа не особо мычит. Сколько Grow Food стоит? Мне кажется, он стоит в районе 3000 на неделю. 3000 на неделю тебе привозят 5 приемов еды. Это сколько на день получается? 5 раз в день. 500? Это по сколько денег не имею в виду? По 400 с чем-то рублей. 400 рублей? 400 рублей за день, в принципе, недорого. Так. И не заморачиваться с едой. 400 рублей в день, это фигня, по-моему, мне кажется. Что-то я вчера суп сварила. Я сварила суп и потратила на него, знаешь, сколько денег? Сколько ты денег потратил вот на суп? Вот мы съели за 2 дня, на самом деле, 1500 рублей. Просто на какое-то говно. Булочки и суп. Понимаешь, а тут все есть. С линдовером? С линдовером этот. Что-то он, как я понял, откуда? Из Украины он летел, и что-то там его не выпускали. Я на него посмотрел в Инстаграме. Что он купил билет там какой-то. Торчал в зале ожидания. Короче, блин, не особо. Не я особо. Повесим, как мы раньше делали, и будем сидеть и кушать. А, ну давай. А как мы делали? Не помнишь? О, куда вешали? Да. Ну ты как высоко пойти, только вот туда сели. Можем туда сесть. Не, хочу туда сесть. Да? Тогда да. Давай мне. Нет, я отлепи что-то ее сначала. Да, тут сейчас с этим. Слушай, я же видела 2 творожные штуки. Или мне показалось? Творожные 2 штуки? Ну такие вот запеканочки, это же вкусные. Или мы одну мы посмотрели, вторую? Одну мы точно нашли. Это что, овсянка или что? Ой. Нет, это какая-то творожная запеканка. Специфическая. Так, друзья, как это бред трансляции? Я показал вам холодильник. Я рассказал вам про линдоверы. Что за негатив? Что они там пишут? Ваня, идите отсюда, я. У меня так настроение плохое. Ну-ка, покажи зад бедра. Зад бедро? Где это? Не знаю. Есть зад бедра? Да вот он, видно? Вот он. Видно его? Ну, а этот зад бедра видно? Видно хоть чуть-чуть или нет? Это жирно, реально. Не знаю, видно. Тут плохой свет. Блин. Свет вообще все решает. Если бы не свет, я бы не стал бы какой там 25-й. Видно. Стал видно. Бы второй. По-любому. Видно, короче, говорят. Пишут, что видно? Говорят, видно. Видное. Че? Видное. Тоже хочешь сесть? Все, куда я сесть хочу? Я хочу поесть сперва, потом сесть на колени. Хорошо. Ешь тогда. Так, запеканка. Есть? Нет. Я понимаю. Че, Серёнь? Че, приятного аппетита. Приятного аппетита, видишь? Вот? А че, можно... че пишут? Да. Так. Вот банка. Погода у нас, в принципе, у нас хорошая погода. Не то, что в... Мурманский дубак. Мурманские. Мы приехали в Питер и думали, какая жара. А уезжали в Питер и думали, какой Питер и дубак. Так вот сейчас 7 вечера слить, мне будет неудобно. Да. Так, чё? Спасибо, друзья. А с малинкой вкуснее, да? С малинкой? Ты поешь вот эту штучку там. С малинкой вкуснее. Сегодня лечил зуб и ездил.
Видите, да. Сегодня лечил зуб, сделали мне уколов 5, наверное. Ты говорил не 6. Нет, я говорил 5, и при себе, мне кажется, один сделал. Ну, 6 уколов получается. Видно, да, вообще. Ну, что-то они кололи, 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 а может быть не 6, а 5? Жалейте дядечку Сереженьку. Короче, пятерку мне делали сегодня, может, какой нижнюю. Мы приехали в 1:30 в эту чертову клинику. Мы сделали один укол, ну второй укол. Короче, мы уехали во сколько? В 6 вечера? Нет. Я во сколько пошел? В начале 6. Короче, я в 3 вышел. На 1:30 я записался, в 3 вышел, потом в 4 я пошел. В 6 мы на Каменноостровском стояли в пробке. Ну, в 4, ну. В 4 я пошел, меня начали лечить вроде бы. Чуть-чуть там минут 40 мне полечили. Представляете? Столько уколов наделали. И один хер я чувствовал все. Не знаю, что там. Потому что ты пришел и такой весь разулыбался им сразу, понимаешь? Они говорят, о, наш клиент, ничего ему не надо, он пришел поболтать, пообщаться, понимаешь? Сидишь там, клеишь этих дур. Естественно, они там расплылись вместо того, чтобы работать. Ой, да, ну ты смеешься. Конечно. Даже такая ревнивая у меня. Такая ревнивая. Все время ревную. Как что-нибудь пройдет там, не знаю. Вот именно что-нибудь проходит, и хоть бы каких-то нормальных бы выбирал. Там все какое-то что-нибудь ходит. У тебя позарится, ты можешь такое. Вот. Короче, заморозило мне все, кроме этого зуба. Его, в принципе, тоже заморозило. Но я чувствовал, когда дует воздух, и когда льет холодную воду. Это очень больно было. Что сейчас не болит? Сейчас ничего не болит. Что ты дымишь? Тоже далеко. Но это вкуснее, чем тогда. Какая? Вот эта? Еще у нас есть вкуснее. Ну, мы просто не оба не знаем. Нормально. А это совсем, по-моему. Не знаю. Так. Так, как планируешь карьеру свою, план развития? Ты красава, бро, спасибо, дружище. Да даже не знаю. Короче, планирую, как планируется. Планирую ничего не планировать. Вот это живем. Уже, в принципе, все достаточно неплохо. Вкусно, мне нравится. Вкусно. Как мы познакомились? Рассказывай, что не знаю. Что-нибудь придумай. Ну, очень романтичненько. Романтичненько придумай? Угу. Ладно. Ну, во-первых, как выяснилось, он жил напротив нашего дома. Моего. Нашего. Не знаю. Короче, я жил напротив ее дома. Иду как-то я с пробежки. Да, все посмеялись. Иду как-то я с пробежки. Со скакалкой, наверное, да? Нет. Тогда я с пробежки. С гирями в руках. Нет. С этим самым. Такой весь стройный, с прессом, ну. Четкий вообще, холодно, правда, было, но я такой, как бы, вот, но без понтов, без каких-либо. Ну, вот, иду такой красавчик, ветер, волосы развивает, ну, так, музычку слушаю. Лайтов, врубаю музычку, слышу крики, помогите, помогите. Да ты че? Ну. Я думаю, о боже, что же произошло? Бегу, короче, это слышится из двора, где я рядом живу, да. Я бегу туда быстрее, думаю, что произошло, что происходит, а там гопники. Этот человек запрещает мне врать. А там, короче, гопники Дашу... хотят изнасиловать. А там гопники от Даши убегают. Потому что она их насилует. И кричат, помогите! Короче, гопники кричат. И кричат, помогите. И тут пришлось, короче, мне подраться с Дашей. Вот, мы с ней сцепились. Вот, и, короче, она начала одерживать верх. Подбежали гопники, мне немножечко помогли. Мы ее связали. Вот, ну и потом мне было неудобно, и я ее, ну... Тебе бывает неудобно? Пригласил ее к себе на чай. Ну вот, в общем-то, я и осталась у него.
А потом я увидел, как она ест. И сразила его. Потому что я сожрал еще, подумал, да-да-да. Вот это бобриха, подумал. Такие дела. Такие дела. Вот. Так, вчера смотрел у тебя Сереги, пусть говорят. Да, я был. Ты что, вот это будешь доедать, а я вот это? Давай не, вместе. Нет, давай вот это. Нет, давай-ка вот вдвоем мы будем доедать ее. Какой умный, какой умный. Видишь, где-то вкуснее, я вот это доем. А ну-ка, подожди. Значит, на хлебку возьми, но мне не нравится. Ну, старая вообще. Какая-то старая. Значит, на хлеб не может быть молодой, потому что он сморщенный весь. Ой, короче, такие дела. Сегодня весь день мы провели в больнице. В больнице, ну как бы. В поликлинике, стоматологическом. А, и Дашенька меня поддерживала, жалела меня, поехала со мной в больницу. Хотя говорил, Дашенька, езжай в зал. Он говорит, не поеду я в зал, буду с тобой. Конечно, он дома мороженое покупал, что ли там задел. Так что Дашенька у меня очень хорошая, заботливая девочка. Да, но перед тем, как Сереженька ушел в палату, он мне дал денежек, чтобы Дашенька могла себе купить вкусных таких штучек. Пока он там лежал, я бегала, как угорелая, по Пятерочке и покупала всякую... Вафли. Вафли, шоколадки всякие, казинаки, короче. Потом, этот, как его, ряженку, печеньки овсяные. Все Даша покупала. Да. И все Даша ела. И все съела почти. Нет. А кстати, где овсяное печенье? Я тебе их давала. В сумке. У тебя в сумке? Можно на завтра оставить уже все сумки. Уже надо завязывать покупать всякие овсяные печенья. Да уже все, да. И мороженое. Пора пить протеины опять. Пора переходить на протеиновые блины. Вот. Че пишет? Так, армрестлинг устройте между собой. Ну, давай. А, сейчас я тебя уделаю. Давай, не плачь. Давай, сразись со мной. А призы будут? Будет приз тебе. Какой? Что хочешь? Хаммер и Джимичу. Ладно, давай, давай. Ну, давай. Айфон. Айфон? Ну да, на айфон тебя. Ну давай. Ничего, ребят, ставь. Кто выиграет, так думайте. Ну давай, ты готова? На счет три. Раз, два, три. Айфон, ты выиграешь. Еще знаешь так за руку. Раз, раз, вот так. Сука, айфон захотела, шлюха. Все, все. Ты трезвый? Думаешь, что запеканка была забродившая? О, короче, такие дела. На телевидение податься не хочешь, и туда, чего? Вали его на пол, иди на удушающий. Серега, скажи, как качает заниматься после. Даша, сделай хомячка. Так, дай попробовал щелчок. Хомячок, хомячок. Это будет, короче, моя коронная. Коронная. Я выйду на сцену, короче, в следующий раз за кубком. И кто-нибудь из зала крикните, сделай хомячка. Нет, нет, будет... И, наверное, варская произвольная программа. Ты будешь такая, ту-ду-ду-ту, новая тишина. И ты, хомячок, хомячок. Нет, надо позу сперва такой какой-нибудь. Слышишь, как я выхожу, я же выхожу как-то так, смотри. Так, раз, оп. Оп, поворачивайся сексуально. Сажусь. Так, как Бози Лотоса, короче. Громко-громко как-нибудь, да? Это будет прикольно, мне кажется. Во! Себе микрофон. Что тогда с микрофоном как-нибудь побыть? Кинешь мне его в зал? Я кину. Ты быстро бежишь, короче, выхватываешь у этого Назаренко микрофон и кидаешь мне. Бью ему по лицу кубком. Или горсти медалей. Вот так.
кидайте ей микрофон, он так промахивается, попадает. А ты там первое место занял? Кто? Кулаев. Да нет, где же, помнишь, когда это очень страшное кино? Отдай корону, сучка, так ты Ну да. Короче, отбираем и все. И выигрываем. Розовые сердечки пошли, походу. Все тебе оставят какие-то бабы какие-нибудь. Даха, давай к нам в гости завтра. Кто это пишет? Well go. Не знаю, кто это вообще так. Кто там тебя приглашает? Куда? Кто там тебя уже куда приглашает? Да никто, девочки, как обычно, какие-нибудь. Да я знаю этих девочек. Ой, я такой ревнивый, я вообще не могу. Достали уже эти хахали. Старый ревнивый. Уже все. Может, по часу со мной не разговаривать? Здорово, Баку. Могу и по два дня не разговаривать. Баку, привет. Так через час ты сдаешься. А, это... Ну, что ты не сажаешь меня к себе на колени? Это Виталик. Она меня знает, но Крайнюка. Я не знаю никакого Виталика. Никакого Виталика она не знает. Пошел! Шалон. Мороженое будет? Ну, давай. Ну что еще? Не похоже на него. А что нет? Давай. Сейчас да. Не болит зубик? Нет, у меня не болит зубик. Мороженка маленькая. Сережа, на самом деле, балует меня мороженкой. Он каждый день покупает по 5 штук домой. Или и ем их. Ребята, это сделали для того, чтобы я не могла поехать на кубок Самсон. Представляете, какой он? Да, он вредный. В этой шкалке всего 180 калорий. Всего. С учетом того, что мы сейчас сожрали с тобой сколько еды уже. Да, мы там две запекарки. Мы только едим и спим. Мы только едим и спим с ней. Мы счастливы, да? Мы такие счастливы. Все? Давай, присаживайся. Я на твои жирные ноги помещусь. О, Сарик, ты одна в кадре будешь. А ты можешь что-то ты самое? Поближе, может? Ой-ой. Зубы аккуратно, ну ты же только сегодня ходил к врачу. А, что это? Я не в трусах, я в шортах. Сегодня кому не было интересно, короче, я привлекаю внимание к себе. Извращенца. Жорко топец, да? Что? Похоже на Тимошенко. Кого? Тимошенко? Да который пузатый. Сейчас лицо такое сделал, смотри. Как ты сделал так? Вот, блин, ужас какой, Серёж. Ну так же? Как ты тогда? Нет, ты красавчик у меня. Тимошенко же урод. Ой. Дядя, что-то. А что дядя-то? Где мой Печков? Даша красотка, для Сереж, привет из Калининграда. Привет, Калининград. Ты аккуратненько, короче, тут. С другой стороны жуй. Так. Русские батончики лопайте. Ну, всего 100 зрителей у нас. Угу. Так мало. 100 зрителей? Угу. Ну, извини, если что, не 500. Ну, мне интересно не стали. Что это? Здорово, бандитка. А что такое зеленая? Да, лысика просто. А зачем? Не знаю. Как? Привлекается внимание потом? Какая-то девочка, наверное? Не знаю. А я мальчик. Да, я не бандитка, я бунтарка. Где твоя кофе? Ну, где? А твой? Почему твоя больше, а моя меньше? Чего это она пишет? Здорово, бандитка. Кто это? Не знаю. Даша, не давай Миронову есть мороженое на ночь. Конечно. Мы, кажется, мы сошлись из-за этого, потому что мы оба жрём на ночь, поставим мороженое.
Мы любители купить мороженого и пожрать. А что, я много ем, да? Ты? Я точно не ест. Ну, серьезно? Для девочки ешь много. Кто у меня Олег крутой? Вот и Олег крутой. И шарики самые красивые. А ты фигура. Ну вот. Так что, девочки, ешьте больше, что ли. Девочки, ешьте больше, не сердитесь. Мальчикам это очень нравится. А что у вас есть крутая фигура? Идете с ним в кафе и разжираетесь там просто. Два борща. Даже если не пометится, с собой заберешь. Рис, макароны, сладкое обязательно. Первое, второе, третье. И главное, ешь, ешь, ешь вот так прям с жадностью какой-то ешь. Он будет думать, какая милая, какая хорошая. Будет ли мне хотеть тебя покормить? А ты заодно посмотришь, насколько он тебя потащит, сможет ли он это сделать. Насколько он хороший. Дашь ребенка? Сколько у него денег есть с собой? Угу. Так что заказывайся. Это вы останетесь, будете мыть посуду. На. Послушайте ее, послушайте. Ну нет, на самом деле, я думаю, что даже не нужно разводить какие-то вино дорогое, какие-то икра, там еще что-то. Макароны заказала себе, борщ, сметана. Борща взяла, чебурек. Что стесняться-то? Что сама ешь? То и ешь. То и ешь. А то фифу включаешь. Альденте. Салатом. Альденте. Директ. Салаты там всякие. Да, нет. Цезарь. Цезарь. Еще что там? Что там еще? Капрезе. Филадельфия. Да жри ты как ешь, суши свои эти там запеченные вот такие. Баба, огромные, не будь дурой, придешь домой, жирные, будешь голодная лежать, грустить. Пельмени там, шаверму бери, что тянешь-то там. В рот, лобуду всякую. Всякую хрень диетичную. Пришла в кафеху с парнем, так жри от души. Ну. Пришел, увидел и поел. Ну, потом, может, когда, может, он тебе, может, ему не понравилось, зато хоть поешь. Зато хоть поешь. Да нет, она понравится, понимаешь, он поест и понравится. Он подумает, ну какая добрая женщина. Злая же не может много есть, правильно? Она злая. А не до этого. Да? Ну, сегодня такая логичная вообще. Сегодня, да. Видите, щеки какие у меня, он за сколько, за 5 дней выросли? Реально, да? Такие щеки огромные у тебя. Вот если ты меня кормишь, Сережа. Сережа тратит огромное количество денег именно на еду, чтобы меня накормить. Приходится, блин, работать с утра до вечера. Ну да. Еще пришлось на подработку идти. Он работает сейчас с местными этими... Дворниками. Хачками, да. Метут, тут моют подъезд. А он вывез в то время. Ну ладно, вру. Они у меня ноги ощущаются цвета от лица. А вон руки твои такие белые, смотри. Мои руки, смотрите, мои руки и даже ноги. Твои руки, твои скаконы. Белые, мои розовые руки. Ты как этот, розовый. Ребята, угадайте загадку. Поросенок. Краснорылый спортсмен. Ты знаешь, сколько вариантов ответов. Загадка. Кто выиграет, тот получит спортпит. Какой спортпит? Ты же достал. У тебя же есть. Спортпит всем раздавать. Жиронов. Нет. Сергей. Нет. Нет, нет. Краснорылый. Но он тоже, кстати, блондин. Спортсмен известный. Кто отгадает, тот получит быца. Ананасовые. Свои отдам. Да ты, блин, нам. Апельсиновый нам. Сережа так не отправил. Пить Макс. 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 Кто, кто, кто? Да все, не успели. Путин, неправда. Не успели. Гостё, не знаю. Серый Живухин, нет. Нет, не Гостё, нет, не Шпак, нет. Ну такой вот краснорылый, ну такой известный спортсмен. Реально, у него лицо красное постоянно. Он весь какой-то розовый. Даже в гриме. Все его любят. Вон, смотри, вот этот вариант, как тебе? Вульф. Иху! Так, кто написал? Кто написал? Кто написал? Потом посмотрим? Не знаю, заблокируем его. Ты молодец, ты выиграешь БЦА ананасовые. Вкусняче. Так что приезжай в Питер, забирай их.
Я же говорил, вот смотри, все уже написали, да. Это Денис Ульф. Ну, Крайнюк присоединился. Вот, наверное, плохо говорить краснорылый, да? Да. Ну и что, меня он Шуха называет. Не понял, как кто-то не называет. Говорит, что я монстр, мужик, я же не обижаюсь. На правду. Так, ну ладно. Кто в итоге, да, Денис Вульф, я считаю, что у него все время красно-розовое лицо. Но он не стал от этого хуже. Я не даю характеристик, плохой он или хороший, но у него реально все время красное лицо. Мы просто сегодня смеялись над этой шуткой. Смотри, от меня отписалась куча людей после этого. О, черт. Да нормальное у нее лицо, говорит. Да нет, нормальное, просто розовое. Еще загадки. Чего за кто? На Щукина, похоже. Так, ну ладно, что у нас? Что у нас дальше? Давай еще какой-нибудь загадку. Что, еще буца будешь раздавать? Так, Вульф мой родственник. Так, ну ладно, что, короче... Нет, Денис классный спортсмен. Я ничего плохого против него не имею. Просто у него розовое лицо. У него розовое лицо. Все время. Да. Ну что, все, заканчиваем перископ? Да, я думаю, да, уже все тут. Все, уже. Ну что, всем мир, всем хорошего настроения. Всем кисам-кис, всем писем-кис. Да, всем, короче, толстых пальцев давайте и мороженого вкусного.